Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джузы, и сегодня меня заперли в детском садике. Бан-бан, вон там стоит Джамп Джош веселый, смотрит и радуется, что меня здесь заперли. Но я-то не так-то уж и прост, я могу отсюда выбраться, я смогу отсюда сбежать. И сегодня вместе с вами, при помощи ваших лайков, конечно же, мы сможем отсюда выбраться. И первым делом, куда мне надо идти, мне надо вот сюда вот забираться. Наверное, да, я вижу вот эту вот решетку. Мы ее сейчас открываем и попадаем вот сюда. Отлично, мы попали в вентиляцию, ребята. В вентиляции, я думаю, все пока что будет хорошо. Ой, смотри. Опа, а мы оказались обратно за решеткой. О, нет, как же так? У нас есть пилочка для ногтей, с помощью которой мы сможем отсюда выбраться. О, а это что? Это скоростная бутылочка. А я думал, это будет пилочка для ногтей. Ну ладно, давай мы здесь распилим. Пилим. Ой-ой-ой, жесть, я выпил энергетика и смотри, какой я быстрый стал. Это как-то нехорошо, мне кажется, я слишком быстрый, я аж так сейчас попадусь куда-нибудь в ловушечку. Вот так вот, давай. Оп, я все равно наступил. Это была ошибка. Все, нормально, теперь я хожу, теперь все хорошо. А еще мне надо дать слово спонсору, вы пока не переключайтесь, мы дальше продолжим. Спонсором сегодняшнего ролика выступает магазин по Murder Mystery 2. Большой ассортимент, прикольные сеты, конкурсы и выгодные предложения. Много положительных отзывов. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы ничего не пропустить. Вы только посмотрите, сколько здесь разных предметов, крутые сеты и все по выгодным ценам. Также не забывайте следить за лентой новостей. Здесь проходят конкурсы и очень часто можете получить себе что-нибудь бесплатно. А чтобы не запутаться при покупке, нажимай сюда и здесь ты получишь подробную инструкцию, как сделать все правильно. И тогда... все получится. Ссылочка на сайт, как всегда, будет в описании. Тем временем я аккуратно пробираюсь здесь сквозь вот эту вот жижу красную. Это что это такое? Лава протекла или что это такое? Смотри, здесь ее так много и наступать на нее вообще нельзя было. Здесь у нас картинки. И с бан-бан. О, здесь шипы. Вот тут вот я смогу пройти без проблем. Ай, нет. Это была проблема. Так, ну хорошо, что мы здесь хотя бы сохранились. А что я не допрыгнул-то? Видимо, здесь они слишком далеко друг от друга были. Давай. Сейчас поближе будет. Вот так вот. О, хорошо. Хорошо, вот теперь прошел. Теперь я еще здесь не один бегу. У меня здесь есть друг-товарищ. Вот он тоже пытается отсюда сбежать. Вау, огромная какая-то штука. Ну ладно, погнали. Я надеюсь, здесь не будет никаких проблем. И мы отсюда просто пробежим. Вот так вот. Опа, оп, оп. И так, что здесь делать? Как мне здесь пройти? Здесь... а, кнопочка. Открываем дверцы. Вау, здесь стоит Джамп Джош. И что? Как мне пройти? Куда мне идти? Там есть пистолет. А, жесть, он быстрый. Быстрый, Джамп Джош. Не надо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пистолет. Как мне от него сбежать, ребята? Может, здесь... нет, ничего не открывается. Надо взять быстрый пистолет. Надо суметь взять быстрый пистолет. Сейчас запрыгнем на стол, попробуем, давай. Хоп, забираем. Есть, 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 есть. Пистолет готов. Так, стреляем, да? Пистолет. Он работает, нет? Давай. Он не стреляет, пистолет. Пистолет. А что, он будет работать, нет? Мне кажется, он мне перестал... а, нет, он стреляет, похоже, да? Просто я не вижу. Чем он стреляет? И, о, у Джамп Джоша, гигантский Джамп Джош, у него здоровье заканчивается. Все-таки по нему что-то там прилетает. Я на него нажимаю, если что. Если что, я на него нажимаю и вроде должен стрелять из пистолета. Фух, просто у нас пульки почему-то не вылетали. А, конечно, откуда им вылетать? Здесь закрыта дырочка-то. Ну ладно, мы справились. Мы справились с этим Джамбо Джошем. И теперь мне надо идти туда. Ой, туда бегунчик пришел. Мне кажется, ему хана. А-а-а, я поскользнулся. Что? Гигантский туалет. Меня смыло. И куда? Воу, а что я здесь оказался? Смотри, сколько здесь нубиков. Вы что, все здесь застряли? Не можете пройти? Это, видимо, какое-то суперсложное место, да? Здесь постоянно сдувает или чего?
Что-то здесь не так, что-то у них не получается здесь пройти, но я прошел. Смотри, их сдувает, реально, они почему-то какие-то супер легкие, но я прошел. Так, ой-ой-ой, лазеры. Лазеры опасны. Ой, я вроде бы выжил, я в последнюю секунду смог пробраться. Дальше поднимаемся, вот эта опасная штука сейчас будет. Очень опасная, но я вроде бы пробрался. Хух, я выбрался отсюда, поднялся наверх. Отлично, вот это огромный садик здесь оказался, не так уж и прост. Поднимаемся дальше на вершину, ребята, здесь у нас наверху что-то нас должно ожидать. Ой, что это такое? Это дерево какое-то огромное. Так, ну давай открываем дверцу. Там птица опила, а что ты сюда? Ой, а что, у меня дверь-то не открылась? Как мне против тебя сражаться? Дверь откройте, пожалуйста. Птичка опила. Как мне пройти сквозь тебя? Может, мне вот так вот... Нет, дверь-то не открывается у меня, смотри. Дверь. Да что? Меня она поймала и съела? И что, где я появился? Я появился опять здесь. А чё? У меня же дверь не открылась почему-то. А туда видел? Бекончик прошел без проблем, а я не смог пройти. Очень странно, я думал, мы сможем пройти, и на меня сразу сагрилась птица. И заклевала меня даже, я еще дверь не открыл, она меня уже смогла заклевать. Это вообще нечестно, я считаю. Давай, забираемся. Ты чего? Ты видел, что произошло? Обалдеть! Я поднимался наверх, и меня скинуло обратно. Это вообще еще одна нечестная штука какая-то. Ладно, поднимаемся еще раз. Я надеюсь, больше таких приколов не будет со мной. И я выживу спокойно и смогу пройти. Нам же надо эту птицу опилу пройти. Вау. Нет. Вонючий лазер. Еле как я добрался еще раз. Постоянно меня выкидывает и постоянно меня там уничтожает. Ну, теперь-то мы здесь уже. Все, без проблем забираемся сюда. Да ты че, прикалываешься что ли? Как мне тебя пройти-то? Дверь-то открой мне. Ты че, птица, дверь открой. Дверь не открывается, прикинь, что произошло. Может, я что-то здесь пропустил. Может, мне что-то здесь надо нажать или чего. Почему дверь не открывается? Дверь не открывается, ребята. Дверь не открывается. Я не могу сюда пробраться. Ты чего, птица? Обалдел совсем, тебе по морде надо наклевать. Она даже сквозь стены может уничтожать. Это как вообще? Не понял я. Но, видимо, это не работает. Ну и что здесь происходит? Что за демон в меня вселился? Я не понял. Обалдеть! Что? Почему меня сюда вообще впилило? Смотри, что со мной. Жизнь меня спустил. Так, и что? Птица опила. Ты остановись, пожалуйста. Пожалуйста, остановись. Что здесь мне? Еще пистолет надо взять. Надо взять еще пистолет. Забираем пистолет. Все, у меня есть пистолет. Так, я справлюсь. Я справлюсь с этим боссом. На, получай. А ты получаешь? Нет, я не понимаю. Вроде пистолет стреляет. Да, вроде бы все нормально. Только он как-то редко стреляет. Так, давай справляем сейчас с этой птичкой. Я стреляю, если что. Видишь, здоровье заканчивается. Так что, значит, я попадаю. Так, птичка какая страшная, птичка. О, есть, справились еле-еле как. Что? Или не справились? Я не понял. Ты чё, Люк? Ты просто... Что? Простите? Как это так произошло? Я не понял. Я, прикинь, здесь оказался. И я не один здесь оказался, сюда всех обратно телепортировало? Что? Я опять тут? Не понял. Подожди, не понял. Я опять здесь оказался? Я же даже не умер. Я же ничего не сделал, я просто прошел птицу опилу до конца. И меня телепортировало со всеми ребятами обратно? Там что, если кто-то где-то как-то спалился, всех обратно возвращают сюда? Оу! И что, я забрался сюда, и у меня все равно дверь закрыта, я не могу туда пройти, прикинь. Мне что, надо сделать, пропустить этап? Я не могу пропустить этап, у меня не работает кнопка. А дверь заперта, меня телепортировало отсюда, я не могу туда пройти. В чем прикол, ребята, в чем прикол? Я же, как, я даже не могу протиснуться сквозь эту решетку. Этап пропустить у меня нет, кнопочки не работают. Типа я уже пропустил этот этап и дальше не могу пройти. Это баги какие-то, вонючие.
О, наконец-то, все, я добрался до сюда, но мне пришлось полностью все перепроходить. Здесь у нас есть баночка энергетика. И давай попробуем здесь пробежать теперь. Опа, разгоняемся. Наша задача же осталась неизменной, нам же надо отсюда сбежать. Итак, и вот мы избегаем, бежим. Ну-ка, пробежали, все, добежали. И что это у нас здесь, смотри, какой цвет? Ну, зеленый и красный. А что, я могу поменять цвет? Так, давай. Оба, так, нет, вот зеленый, красный, все, двери открылись. И, здесь у нас, смотри, есть машина какая-то крутая. Надеюсь, это мой путь домой, да? Ну-ка, уезжаем куда-то и приехали. Что, все, это победа? Это была победа! Отлично! Вон, да, вот это все мы проходили. И я опять исчез. И сижу теперь... Нет. И опять здесь оказывается... Это проклятое место! Это проклятое место, ребята! Фух, нет! Я вообще зациклен в этом месте, и это место проходить уже не хочу. Я прошел это обе, надеюсь, тебе понравилось. Ты поставишь лайк, подпишешься на канал. На этом у меня все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока!